Практически вся программа «Дня города» «Слово-течу-33» 6 июня пройдет в онлайн-режиме. В 10.00 на нашем телеканале, на Фейсбуке и Ютуб-страничке нашего телеканала смотрите онлайн-ходу «Видео-привитания от коллективов города». А еще мы ее повторим вечером на нашем телеканале в 18.30. А сразу после этого смотрите концерты воспитанников детской школы искусств и киноконцертного комплекса. А вот квест-игра «У пошуках скорбив» будет частично онлайн, а для вас, словучане, она будет вживую и очень интересной. Вообще Славутич – это, по сути, большой клад нам всем. Все, кто приехал сюда, получили в свое распоряжение этот огромный сундук с ресурсами, который до сих пор мы используем и не можем нарадоваться. Но в этот раз, на День города, каждый сможет найти свой личный клад. У меня вот здесь первые подсказки этого квеста, этого поиска, этого способа побывать первооткрывателем в своем городе. На День города в группе «Архитектура Славутича» я выложу первые подсказки. Если никто не догадается, в процессе этого дня, то каждый полчаса я буду уточнять подсказки и давать какое-то верное направление, пока кто-то из жителей счастливых не найдет свой сундук золота. Все, до встречи на территории города. Я надеюсь, что именно вы найдете этот сундук, потому что ценностей там столько, что вам придется унести его целой семьей. Он будет тяжелый. Все, пока. В общем, рекомендуем присоединяться. Это и интересно, и выгодно. А на нашем канале вы увидите два шикарных концерта. В пятницу вечером с 20.00 традиционный концерт со славутическими звездочками и звездами, которые приезжали к нам не в День города, а по другим поводам. А в субботу с 20.00 тоже на нашем канале самый мощный концерт в честь Дня города. Ну, наверное, уникальный, с участием первых звезд украинской и зарубежной эстрады. Такого концерта вы еще точно никогда не видели. Нет, возможно, фрагменты из этого концерта вы когда-то и видели, но чтобы полностью, с наступающим вас праздником. Да, а еще в субботу, конечно, новости будут, но начнутся они в 18.30 с праздничной онлайн-ходы. С праздником вас, славутчане, и удачи! Давайте хорошо прорепетируем День города 6 июня. А уже осенью отпразднуем на площади с объятиями, поцелуями и, конечно, салютом.